Меня видно, как меня слышно. От 1 до 10 оцените, пожалуйста, качество связи. Все, отлично. Вижу ваши оценочки. Делаю вывод, что со связью у нас все хорошо. Все, замечательно. Давайте знакомиться. Хочу прояснить небольшую перекличку регионов. Друзья, напишите, пожалуйста, в каком регионе вы находитесь. Так, Владикавказ, Казань, Ибреси. Ульяновск, Ижевск, Чебоксары, Канаш, Питер, Чувашия, Тюмень. Да, я на самом деле не успеваю читать, кто где у нас находится. Орлов, Йошкар-Ола, Ибреси. Степан, приветствую. Напиши, пожалуйста, тоже откуда ты. Все, замечательно. Замечательно, замечательно. Так, давайте знакомиться. Я представлюсь, меня зовут Егор Мироваев. А кто-то меня уже знает, кто-то видит меня в первый раз. Я старший менеджер проекта «Бизнес-модель 21 века». Сегодня будем с вами говорить на одну очень интересную тему. Тема, на самом деле, у нас сегодня очень интересная. Так, друзья, да, всем большое спасибо за то, что вы отписались. Я так понимаю, то, что запись у нас уже идет, вебинара. Если кто-то по каким-то причинам не смог сегодня присутствовать, да, в любом случае сможет посмотреть запись сегодняшнего вебинара. О чем будем говорить? Каждый из вас пришел сюда, скорее всего, зарабатывать деньги, да? То есть кто-то, может быть, преследует какие-то другие цели. Прежде чем мы с вами начнем, я хочу задать буквально несколько вопросов. Четыре вопроса, и будет у меня огромная просьба отписываться в чате. Друзья, напишите, пожалуйста, кто из вас любит деньги, пришел в проект ради денег. Напишите, пожалуйста, я или плюс, может быть, поставите вы. Да, спасибо. Отлично. Так, друзья, кто из вас любит признание? Кто пришел ради признания? Кто любит, что с его мнением считаются, да? То есть кто любит внимание к себе? Да, спасибо большое. Кто-то, может быть, пришел из вас. Спасибо. Деньги и признание. Отлично. Кто-то из вас пришел от тусовок, да, то есть ради классного отдыха, красивых мероприятий, запоминающихся мероприятий. Отпи себя тоже, пожалуйста. Если один и тот же человек пишет, что любит и деньги, и признание, и тусовки, в принципе, это очень здорово. Пришла на все. Отлично. Друзья, напишите, пожалуйста, кто из вас любит помогать, да, помогать своим близким, помогать своим знакомым. Вообще кто-то любит просто, может быть, помогать на деньги. Отлично. Итак, друзья, что хочу сказать. Сейчас вы узнаете одну очень интересную информацию, да, то есть наверняка вы ее уже неоднократно слышали, но используя все эти возможности, которые представляет наша компания-партнер, вы сможете реализовать все те возможности, ради которых вы сюда пришли. Отлично. Да, то есть тут у нас многие уже знакомы с Томом Шрайтером. Отлично, спасибо. Итак, о чем сегодня будем говорить? Будем говорить про обновленный премьер-клуб. Точнее, мы будем говорить сегодня о платиновом премьер-клубе. Я сейчас прошу отписаться в чате только тех, кто на данный момент пока еще не в платиновом клубе. Договорились? То есть ставьте плюс или пишите «я» те, кто пока еще не включился в платиновый клуб. Так. Такие есть. Все, замечательно, отлично. Сегодня все-таки информации будет больше для вас, да? Так, сейчас, секундочку, все, мы будем начинать. У нас сегодня рабочая встреча, мы должны уложиться буквально в 30 минут. Какую-то информацию вы будете слышать первый раз, какую-то информацию будете уже слышать много-много раз, но в любом случае повторение мать учения. Какие преимущества дает все-таки премьер-клуб Platinum? Во-первых, это участие в клубе избранных, да, то есть вы получаете и доход, и, конечно же, признание. Компания предусмотрела абсолютно всех типов людей, да, то есть кто любит деньги, кто любит признание, кто любит тусовки, кто любит помогать другим. Итак, что же человек получает, что лидер получает, когда включается в премьер-клуб Platinum? Конечно же, самая первая возможность – это доступ к продуктам из специального буклета премьер-клуба. Вы, наверное, видели то, что помимо основного каталога приходит мини-брошюра, где представлены продукты, которых нет в основном каталоге, акции, различные распродажи. И плюс, помимо этого, там продукты представлены со скидкой 50, иногда даже до 70%. И обратите внимание, для вас
Друзья, там дополнительная скидка от цены каталога 20%. То есть вы получаете доступ к этим продуктам практически со скидкой 80-90%. Поэтому не забывайте пользоваться возможностями специального буклета премьер-клуба. Вы знаете то, что от основной цены, то есть базовая скидка для всех партнеров, для всех консультантов 20% от цены каталога. Но для участников премьер-клуба идет дополнительный бонус, 10% скидка от суммы заказа. Вы знаете то, что вы получаете живыми деньгами на номер, 10% от суммы заказа, и эти деньги, конечно, не только со своего товарооборота, но и с товарооборота всей вашей организации, в зависимости от того, на каком процентном возврате вы находитесь. Плюс дополнительное уникальное спецпредложение для участников платинового премьер-клуба. У вас есть возможность получать, точнее принимать участие в акции, да, то есть когда у вас есть возможность приобрести в себя 4 каких-то продукта, которые компания предлагает по спецакции, и при этом заплатить всего лишь за 3. Вы, наверное, видели уже в платиновом премьер-клубе то, что сейчас идет эксклюзивная акция на парфюмированную воду Giordani Gold, которая стоит 1700 рублей, представляете, да? То есть, если у вас заказали 4 таких парфюма, вы платите всего лишь за 3, получаете, соответственно, моментальную выгоду в 1700 рублей живыми деньгами. Плюс для участников премьер-клуба платинум повышенный кредитный лимит до 20 тысяч рублей. Что это означает? Если у вас открыта кредитная линия в компании, вы можете заказ в сумме до 20 тысяч рублей заказать в кредит. И у вас будет ровно 2 недели на то, чтобы оплатить. Вы не думайте, это не такой обычный кредит, как, который выдают в банках. Да? То есть вы просто сверху от суммы заказа доплачиваете 2%. Вот и все. То есть там не за день, не за день пользования, а вообще, то есть от суммы вашего заказа идет сверху 2%. И кредитный лимит порядка 20 тысяч рублей. Плюс еще один бонус. Вы все знаете, что каталог – это наш магазин. Он есть в онлайн-формате, есть в печатном формате. Чем больше таких каталогов у вас в работе, тем больше, грубо говоря, ваших магазинов работает на вашу выгоду, на вашу прибыль. Стоимость одного каталога на данный момент составляет практически 50 рублей. Вы представьте, если вы покупаете 10 каталогов по обычной стоимости, это будет вам стоить 500 рублей. Здесь вы получаете дополнительный бонус за 199 рублей. Помните, я вам рассказывал, да, то есть вы участвуете в акциях 4 продукта по цене 3, и как только вы 2 каталога подряд делаете на личном номере более 250 баллов, с третьего каталожного периода, друзья, у вас будет дополнительная скидка в 50% на самый любимый продукт. Как правило, мы заказываем продукт wellness, да, то есть, как правило, это для себя. Кто-то, может быть, wellness рекомендует, и вы покупаете его не за 100% стоимости, а за 50%. Друзья, напишите, пожалуйста, что вы обычно берете для себя со скидкой в 50%, кто у нас участвует уже в премьер-клубе. Вот я привожу свой пример. Мы обычно заказываем продукцию wellness. Да, то есть я не один такой. Спасибо вам за то, что вы отписались. Итак, давайте посчитаем, какая же выгода. Какую же выгоду получите вы, если участвовать в платиновом премьер-клубе? 250 баллов в рублях компания посчитала, это примерно 12 540 рублей цена по каталогу. Вы получаете 20% моментальной разницы, это 2500 рублей. 1000 рублей, 10% дополнительная скидка, да, то есть это 1250 рублей, которые начисляются. Премьер-клуба, 220 рублей – это возврат с вашего группового товарооборота, 1434 рубля – с продажи вашего любимого продукта, то есть в данном случае это продукт женский пэк, кто-то заказывает астаксантин, отлично, и 1500 рублей от продажи четвертого продукта, который идет вам по акции. Итого компания посчитала, нам даже с вами напрягаться не нужно. Ваша выгода составит 6904 рубля. Друзья, вы просто задумайтесь, вам компания просто берет и дарит 7000 рублей практически. Мы, на самом деле, это очень классно. Представьте, вы, в принципе, выполняя свой функционал,
да, то есть зарабатываете дополнительные деньги. Это очень круто. Иногда мы на самом деле считаем это как за должное, иногда не воспринимаем уже, да, но на самом деле это очень хорошие, серьезные деньги. Если посчитать, сколько ходит в течение года, друзья, 6904 умножаем на 17, я посчитал, это выходит 117 368 рублей. Вы просто представьте себе, что можно купить на эти деньги, я не знаю, вы выбираете сами. Кто-то, может быть, купит себе новый телефон, да, iPhone 7, например, для себя, для своего любимого человека. Кто-то давно мечтает съездить отдохнуть всей семьей. На 117 тысяч можно, на самом деле, очень хорошо отдохнуть где-нибудь в Турции, да, то есть на 117 тысяч, при том, что вы будете забудете обо всем, да, то есть и где будет все включено. Либо кто-то, может быть, давно мечтает о собственном автомобиле, да, то есть кто-то, может быть, хочет обновить автомобиль. Это очень хороший первый взнос на покупку собственного автомобиля, кстати говоря. То есть вот так вот по чуть-чуть, но копится. Как вам вообще эта идея? Скажите, пожалуйста, если считать вашу выгоду в год, сколько денег вы заработаете только благодаря тому, что вы будете участвовать в платиновом премьер-клубе? Друзья, на самом деле очень хорошие деньги набегают. Да, очень важно учиться. Вы все сюда пришли, деньги, очень важно учиться, какие деньги вы можете заработать вот даже на этих небольших, скажем так, моментах. Плюс вы включаетесь в акцию «Открывай мир с БНД-21». Да, то есть любой лидер, любой партнер, любой человек, который любит путешествовать или хочет дополнительных денег, элементарно, если вы включаетесь в эту акцию и делаете личный объем более 250 баллов, вы как минимум три раза будете участвовать в розыгрыше двух бонусов, да, то есть на 5000 рублей. Если вы еще пригласите нескольких своих знакомых, и они тоже включатся в эту акцию и сделают личную активность, вы будете участвовать в розыгрыше путевки от проекта «Бизнес-модель 21 века», либо можете забрать деньгами. То есть прошлый учетный период показал, что это реально. Есть конкретные люди, которые уже выиграли. Если есть сегодня на вебинаре те, кто получил этот бонус, выиграл этот бонус, напишите, пожалуйста, обозначьте себя, чтобы остальные видели, что это на самом деле возможно. Плюс ко всему прочему, если 18 каталогов подряд участвуете в платиновом премьер-клубе, вы получаете мужские, стильные мужские, либо женские часы, это дополнительный бонус, да, то есть отличительный знак для участников премьер-клуба, это поощрение от компании за вашу системность, за вашу надежность, за то, что вы не просто говорите, вы на деле показываете, что в премьер-клубе быть и очень выгодно, и престижно, и вы получаете дополнительные такие бонусы. Плюс, это, конечно же, дополнительное специализированное обучение от профессионалов своего дела. То есть Ольга Николаевна Григорян, это ведущий научный сотрудник клиники питания РАН, будет отвечать на все ваши вопросы, которые у вас возникают. Эксклюзивно, на самом деле, специалист, который уже очень давно сотрудничает и с компанией, и с нашим проектом. Кто-то, может быть, был на ее обучении. Ален Мавон, да, то есть это сотрудник компании, человек, который участвует в разработке средств по уходу за кожей, да, то есть человек, который на самом деле развивает стратегическое направление, который создавал серию Novage. Конечно же, Алена Терещенко, которая является официальным визажистом компании «Партнер». Все эти бонусы, конечно же, они предусмотрены для участников премьер-клуба. Плюс для тех, кто любит признание, для тех, кто любит тусовки, для тех, кто любит красивые места, красивые фотографии, да, то есть кто, может быть, давно не выгуливал свое платье, да, то есть мужчина, может быть, давно не выводил никуда свою супругу, половину. Дополнительный бонус – это участие в территориальном специальном отдельном фуршете, клубном фуршете для участников платинового премьер-клуба, для 200 лучших участников в каждом регионе. Да, в каждом филиале будут проходить такие фуршеты. Друзья, напишите, пожалуйста, кто хотел бы попасть на такое мероприятие, своими глазами увидеть, как это все проходит, получить признание, получить подарки от компании. Знаете, я на самом деле очень-очень хочу. Так. А, да, вот все, вижу ваше сообщение в чат. На секунду показалось, что у нас проблемы со связью. Очень красиво, очень дорого, да, самые лучшие места в городе того филиала, в котором вы, соответственно, обслуживаетесь. Это очень, знаете, до этого я сотрудник органов прокуратуры,
работал тут несколько лет, я такого признания не получал вообще. В лучшем случае подходил ко мне начальник, хлопал по плечу и говорил: молодец, иди дальше работать. Представьте, да, то есть на самом деле есть чем сравнить разницу в уровне признаний. Здесь компания закатывает такой, на самом деле, классный фуршет. Теперь немного цифр, да, вот для тех, кто любит цифры, представьте, если в вашей команде будет всего лишь 30 человек, 30 человек людей, которые войдут в платиновую премьер-клуб, будут делать личную активность от 250 баллов. Представьте, вы уже вошли в директорскую команду. Что это вам дает? Что это вам дает? Во-первых, доход от 40 тысяч рублей в месяц. То есть какие-то базовые вопросы в плане того, на какие деньги покупать продукты, на какие деньги покупать вещи, да, то есть на что платить по кредитам, по коммуналкам, уже будут решены эти вопросы. Плюс через 8 каталожных периодов, учетных периодов, вы получаете дополнительную директорскую премию в 1000 долларов, отличительный серебряный значок. Вы включаетесь в автомобильную программу, то есть получаете уже автомобильный бонус. И помните, что самое важное, самое крутое мероприятие года – вы квалифицируетесь на банкет директоров уже 2018 года. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, кто бы хотел попасть и квалифицироваться, друзья, и попасть на это мероприятие. Это просто не передать. Вот не передать словами, а не передать эмоциями, там просто надо быть. Если в вашей команде две директорские команды делают тот же самое, да, то же самое, то есть 30 человек по 250 баллов, вы сразу входите в золотой клуб, в клуб миллионеров, квалифицируетесь не только на банкет, не только получаете автобонус, вы собираете 1 долларов, представьте, за директора 1000, за старшего директора 1500 долларов, за золотого директора 2000 долларов. И что самое важное, друзья, вы благодаря этой возможности квалифицируетесь на золотую конференцию 2018 года, которая пройдет в Мадриде. Очень, очень на самом деле много хочется сказать, но сейчас я хочу передать слово практикам, которые на своем примере очень просто и легко делают личную активность по 250 баллов. И первый спикер, который сегодня буквально в нескольких словах расскажет, как он это делает, Алексей Саргаев. Просто хочу небольшой промоушен сделать. Очень-очень быстро ворвался в директорскую команду. Кстати говоря, использую возможности премьер-клуба. Очень быстро закрыл звание директора, получил премию в 1000 долларов и уже получил свой автомобиль от проекта «Бизнес-модель 21 века». Алексей, передаю тебе слово. Алексей, ты на связи? Ребят, всем привет, как видно, как слышно. Если все хорошо, поставьте плюсики. Мария, Дмитрий, тоже вас приветствую. Слушайте, 85 человек в одной день зашли на вебинар. Это вообще, это респект и уважуха к результату на самом деле. Потому что вы могли сейчас в это же время находиться где-то в другом месте, гулять, тусить, отдыхать. Но тем не менее вы здесь. И большие молодцы. Ну что, тебе немножко, буквально пару слов. До прихода в этот бизнес 2009 года, до 2014 года развивался в сфере предпринимательства, работал на себя, были разные проекты. Ну, сейчас я уже не могу это бизнесом назвать, да, но тогда я называл это, что я там бизнесмен и предприниматель. Работал на себя, разные проекты, что-то успешное, что-то неуспешное было. В 2014 году закрыли свое последнее дело, с долгами закрыли, долгов сейчас как блох на собаке. Вот. Ну, ничего, как бы получили опыт, получили очень ценный опыт, и со всем этим опытом пришли в наш бизнес. Вот. Поэтому я вам могу однозначно сказать, то, что вы все находитесь в правильном месте. То есть то... К чему здесь можно прийти? Вот многие люди, миллионы людей устраивают себе разные там геморрои в виде традиционного бизнеса, да, хотя здесь все это можно получить гораздо проще. Ну, точнее, нет, не проще, да, без долгов, без работников по найму, без помещений и всего остального. Вот. Ну, как бы речь сейчас не обо мне, а о том, о
важной составляющей нашего бизнеса, как личный товарооборот. Ну, вообще, что хочется сказать, да, вот кто пришел сюда зарабатывать деньги, поставьте единички. Кто пришел просто покупки делать какие-то для себя, поставьте двоечки. Отлично. Блин, вот ни одной двоечки нету, да? Все хорошо, за обратную связь каталога. Это норма. Да, это норма, это задача, которую надо научиться решать. Почему, ну, для начала 150 баллов, сами знаете, да, это условия компании для начисления денег. Это не прихоти ваших наставников или людей, которые вас пригласили, или потому что они там навариться хотят на вас, или так далее, да. Это условия компании для начисления денег, которую надо научиться решать максимально быстро. Почему в первый день каталога? Почему в первые три дня каталога? Ну, возможно, кто-то меня поймет, да, вот в прошлом году, в июле, в августе у нас 70% товарооборота делались в последние два дня каталога. Вот каждый каталог, вот аж до тряски закрытия было. Вот кто понимает, о чем я говорю, поставьте плюсики, ребят. Вот, да, 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 все понимают. И вот эту ситуацию стали перетягивать на первое начало, а потом уже и каталога. Вы знаете, к чему это привело? Вот звание директора мы открыли в последний день каталога. И потом, вот в течение 8 каталогов, у нас вот эти вот 7500, они смещались там. Сначала там 21 день, потом 19 день, потом 17, 10, 7, 5, 3, потом от нее директора в первые 5 дней каталога. И это все следствие командной культуры. Да, то есть мы эту культуру начали с себя прививать. Потому что сам я всегда стараюсь делать товарооборот личный в первый день каталога. В первый. Мне стыдно говорить о культуре, если кто-то впервые меня скрин сделал. Вы знаете, у нас вот уже, наверное, какие-то соревнования пошли, кто быстрее сделает вот этот вот скрин. Начинайте это делать в своих чатах, вы увидите, новички это будут подхватывать. Вот, это очень здорово, да, вот в глобальном смысле это к очень хорошим результатам приводит. К чему еще это приводит? Когда я в первый день каталога отправляю заказ, я получаю его на четвертый день, я получаю каталоги, у меня нет ни одной отсутствующей позиции, у меня есть все, даже там вот лифлет, пример клуба, который у всех постоянно отсутствует. Все акционные позиции, вообще все есть у меня в каталоге. Более того, я эти каталоги, да, вот условно говоря, там я вот я получил на четвертый день, восьмого каталога, получил девятые каталоги. Я их запустил в работу, и они у меня работают. Да? И они у меня будут работать еще 2,5 недели. И когда начнется девятый каталог, у меня уже будут заказы на девятый каталог полностью. Я их также размещу в первый день. И вот так вот эту систему важно запустить, и когда у вас новички присоединяются в команде, важно им сразу это доносить. Примерно 2-3 каталога уходит у новичка на то, чтобы вот, ну, от последнего дня каталога перейти, например, на первые 3 дня. Поэтому давайте договоримся, да, вот кто еще не начал это делать, начните, вы через 3-4 каталога, у вас такое облегчение конкретное будет и у вас, и в вашей команде. И прям вот такие вот соревнования устраивайте, драйвите себя, драйвите своих партнеров, дразните их. Вот. Но это что касается вот сроков, да, вот мы закрыли звание в первые 5 дней каталога. Вот это вот на самом деле, ну, прикольно было. Да, ну, даже, ну, это ожидаемо было, но все равно прикольно, когда там Михалюк еще поздравил, внимание, там еще и Эдуард Васильев сказал, что у него еще ни разу за всю историю вот его в бизнесе, у него не было закрытия звания за первые 5 дней. Вот, поэтому, ребят, это реально круто, желаю каждому из вас закрывать свои звания в первые 3 дня каталога или в первый день каталога вообще. Вот. Поэтому работайте над этим. Все начинается с вас, с человека в зеркале, да, и это только с вас начинается. Почему 250? Мы для себя приняли решение, что мы будем брать все по максимуму от того, что предлагает компания. Вот пример клуб Platinum – это максимум.
да? Ну, точнее, максимальная выгода там от 100 баллов, от 150, да, вот 250 баллов – это максимальная выгода, и мы приняли для себя решение, что мы будем все это делать по максимуму. Да, это позиция лидера, это у вас, как у лидеров, должна быть такая позиция – все по максимуму. Да, кто-то может сказать, да нафига мне эти часы, да нафига мне эти тусовки, нафига мне там еще что-то. Вот мы для себя решили, что мы все по максимуму будем брать. Даже когда стартовая программа для новичков вышла, вот в прошлом году, я даже маму свою... чтобы там все эти подарки собрать по стартовой программе. Они мне не нужны, но, тем не менее, их всегда можно подарить, их всегда можно дать любимым клиентам, да, и их можно продать, да, этого тоже никто не отменял, и это тоже деньги. Вот, поэтому, ребят, используйте все по максимуму, все предложения компании прорабатывайте по максимуму. Пример Club Platinum в том числе. Как делать личный товарооборот? Вы знаете, вот я когда в бизнес пришел, для меня это вообще задача была такая, ну, по выходу, наверное, даже не выходу, а вот огромное выпрыгивание из зоны комфорта было. Ну, представьте, мне 30 лет, да, мне надо каталог на работу принести. Да, вот мужчины, я думаю, меня очень поймут хорошо. Вот мужчины, кто понимает меня, поставьте единичку в чате. Ну, на самом деле, бывают женщины, которым неудобно каталоги показывать, да? А. Вот, и что я делал? Я брал каталоги, я нес. Для меня это была задача, которую мне надо было решить. Я заходил в бухгалтерию и говорил, девчонки, у меня жена занимается. Посмотрите там, кому что надо. И вот такой вот, ну, знаете, вид такой пофигистический делал, как будто разница. Кому что надо, напишите коды, носите. Они мне коды приносили даже, потом спрашивали там, а что, когда там придет. Я говорю, ну, я не знаю, я позвоню ей, спрошу. То есть, ну, вот, ну, это может быть какая-то маска для меня была, да, вот эту вот некомфортную зону закрыть. Вот, но тем не менее, я так делал, и личный товарооборот делался. Сейчас уже, ну, все это легко, да, то есть вот эти вот все стереотипы, вообще, на самом деле, ребят, людям пофигу. Да, будете вы им каталоги показывать, не будете. Да, вы им каталог показали, они вам отказали и забыли о вас через минуту, а вы с этим можете ходить еще и вариться. Вот, поэтому начните делать, если боитесь это делать, начните делать. Вот, как я делаю? Да, ну, во-первых, у нас это на личном потреблении уходит, да, wellness. Мы всей семьей пьем wellness, ребенок пьет wellness, мы кушаем wellness, жена кушает wellness. Вот, более того... У меня просто жена врач, и ей не надо особо давать, не надо его рассказывать. Более того, у жены отец, у него сахарный диабет первого типа, а мать у него врач-эндокринолог. Да, то есть это тот врач, который занимается обменом веществ. Когда она узнала свойства вот это вот коктейлей, когда она узнала свойства супов, да, ну, это однозначно стало входить в их рацион. Потому что за счет низкого гликемического индекса коктейли очень хорошо стабилизируют сахар в крови. Очень хорошо. Да, и стали покупать родителям вот это. Ну, то есть, ну, здесь тоже продавать особо ничего не надо. Более того, мы также работаем с каталогами. Я для себя принял решение, что я буду работать с каталогами. Я могу делать 250 баллов без этого, да? Но я для себя принял решение работать с каталогами. Знаете почему, ребят? Потому что на личном потреблении 250 баллов – это не всегда дублицируемо. Моя задача – научить новых партнеров делать личный товарооборот, чтобы это было без финансовых потерь для семьи. Да? Потому что, ну, я себе могу сейчас это позволить, а они нет. Потому что им надо на 250 баллов потратить 12 тысяч. Да? Я могу на это потратить 4 тысячи, а им надо 12 тысяч. Поэтому первая задача – без финансовых потерь для семьи. Это совместные покупки плюс личное потребление, плюс работа с каталогами. Как работать с каталогами? Ребят, вот я для себя решил, что я не продаю, я не занимаюсь продажами, я не продавец. Я просто людям помогаю покупать. Каким образом? Пришел 9-й каталог, я его открыл, я полистал, посмотрел, где самые офигенные предложения и наклеил вот такие вот простые бумажечки, стикеры. Да? Что это означает? Люди, когда их смотрят, они обращают внимание на эти страницы. Они начинают открывать каталог на этих страницах, да? Особенно девочки. Да? Ой, а что тут, что тут, что тут? И начинается. Здесь мелочевка, мыло по 49 рублей, зубная паста по 79 рублей. Да? И от малого к большему. Да? Я это делаю, не считая баллы. Да? Я это делаю для того, чтобы людям было это удобно покупать. Я помогаю людям покупать. Да? Я помогаю совершать свои покупки. Я не продавец. Поэтому если у кого-то, ребят, особенно мужчины, есть вот эти вот тараканы в голове,
Избавьтесь от них, мы не продаем по каталогам, мы просто людям помогаем покупать. Да, как помогаем? Ну, просто обращаем их внимание на самые интересные предложения. Работает, кстати. Вот я себе лично цель поставил на 9-й каталог 500 баллов личного товарооборота. Кому я предлагаю каталоги? На самом деле у меня немного людей, двое соседей, да, двое соседей, которые берут у нас уже, наверное, последние месяцев 8. Один сосед, которому бизнес даже не буду предлагать, он просто не буду предлагать, может, и зря, конечно. Вот, но тем не менее, я у него однажды спросил, где он покупает помыться, побриться. Он говорит, да, в магазине у нас тут магнит через дорогу. Я ему говорю, тебе это принципиально, где покупать? Он говорит, нет. Я говорю, давай ты у меня будешь покупать, я тебе все со скидками буду отдавать. Вот, я тебе буду со скидками отдавать, я тебе буду даже домой это приносить. Он говорит, тебе это зачем надо? Я говорю, я тут занимаюсь, это просто по моей теме, по моей работе. Он говорит, да не вопрос вообще. Он даже заморачиваться не стал, он даже спрашивать не стал. Ну, пофигу, там, Арифлейм, не Арифлейм. Вот, и соседка еще одна. Это уже Анина подружка, да, они общаются периодически, да, и, как-то увидел каталоги, да, предложили, показали, потом немножко их на wellness посадили, и периодически показываем. Следующий момент, да, соседи по саду. Ездил траву косить. Вот вчера, сегодня там Нина Федоровна работает. Я ей показываю, говорю, Нина Федоровна, возьмите, посмотрите, тут очень классные предложения, я их как раз вот отметь стикерами. Вот, вы мне позвоните, когда что. Я ее еще, конечно, до города подбросил на машине, поэтому она мне не могла отказать. Вот. Не знаю, знакомлюсь с людьми. На самом деле, для того, чтобы эти товарообороты собрать 250 баллов, вам не надо целые толпы. Ребят, не надо. Вот средний заказ там от одного клиента 25-30 баллов. Вот, 25-30 баллов. Я уже не укладываюсь во время, да, Егор? Да. Все, ребят, всем успехов, бешеных товарооборотов. Всем пока-пока. Вы видите, да, как прет, реально прет Алексея, то, что делать личную активность 250 баллов, на самом деле, это очень просто, да, то есть надо принять такую позицию и просто делать, и на самом деле получится очень быстро. Алексей, мне очень понравилось, да, то, что переводить партнеров, делать личную активность в первый день каталога, потому что, во-первых, это способствует очень быстрому закрытию квалификаций. Всегда все есть на складе. Да, мне понравились вот эти фишки, которые ты показал сегодня. Такие вот наклейки на очень-очень интересных моментах каталога. И еще одно очень интересное выражение, которое я для себя взял и продаю. Я помогаю покупать, да, то есть я помогаю выбирать. Алексей, жму руку, спасибо большое за то, что отозвался. Да, на самом деле, я думаю, каждому из здесь присутствующих было очень полезно услышать твое выступление. Друзья, сейчас я хочу передать слово одной очень амбициозной, красивой, целеустремленной, яркой девушке Наталье Петрова, которая тоже поделится своим опытом, как она легко и очень просто делает личную активность более 250 баллов. Так, Наталья, я передаю тебе слово. Включайся. Всем привет! Как меня видно, как слышно? Ага, плюсики вижу. Ну что ж, друзья, еще больше. Представлюсь, зовут меня Наташа Петрова. Ко мне можно на «ты». Я о своей истории рассказывать не буду, да, сейчас это не та история, наверное. И просто расскажу, как я легко и просто делаю 250 баллов. Конечно же, плохо слышно, да? Плохо слышно. Больше не могу прибавить, буду просто громче говорить. У меня такой ноутбук, что очень хорошо слышно. Хорошо, все отлично. Когда я пришла в проект, конечно же, как и для любого человека, встает вопрос, как же делать эти 150 баллов, да? Первое время, как я решала этот вопрос, очень легко. Очень просто. Я сама стала, да, первым клиентом своего интернет-магазина.
Я просто перестала создавать себе же конкуренцию, да, и перестала ходить в обычный розничный магазин, все стал покупать для себя и у себя. Соответственно, организовала всю свою семью мыться, бриться, краситься в моем личном интернет-магазине, да. Вот, девочки, возможно, вы меня сейчас, может быть, поймете, может быть, узнаете, кто до проекта не пользовался косметикой Oriflame. Поставьте, пожалуйста, единичку. Вот я одна из тех. Я одна из этих людей, да, и когда я пришла в проект, точнее, не пришла в проект, когда мне поступило предложение, ой, как нас много, значит, все мы не пользовались, да. Ну, я единственная в студенчестве, наверное, только пользовалась там тушью и, может быть, блеском, да, особо к косметике никакого отношения не имела. Когда мне поступило предложение зарегистрироваться в проекте, я увидела, первые мои слова были: вы что, обалдели, где вы? Точнее, где ваша Oriflame, да где я? Еще ваши помадки я тут буду торговать через интернет. Вот это была моя первая фраза. Почему? Потому что я ничего не знала о косметике, я ничего не знала о продукции. Но чем прекрасен наш бизнес? Да тем, что мы, повышая свою грамотность, да, на этом и зарабатываем. Я честно скажу, да, вот все первое время я организовывала личный свой товарооборот своими личными покупками, ну, плюс у меня есть подружки, которым я также делала как бы какие-то выгодные предложения и также просто помогала покупать, да, как Алексей сейчас сказал. Потом, конечно же, я изучила такую продукцию, как Wellness. Я вам могу сразу же сказать то, что у меня через некоторое время товарооборот был далеко не 150 баллов, он уже был за 200 каждый раз. Почему? Потому что я знала, что такое wellness, потому что я грамотно стала инвестировать свои деньги, да, в свое здоровье. Кто знает, какова цена одной порции коктейля и wellness-пэка в день? Можете мне ответить в чате? Я подробно изучила 147, 160, 170, 175, около 130. Вот я сегодня пересчитала, у меня получилось 138 рублей. 138 рублей – это инвестиции в ваше здоровье. Скажите мне, пожалуйста, большие ли это деньги для здоровья? Небольшие. Конечно же, небольшие. Вот. Смотрите, да, почему я поставила первым пунктом Wellness Life Plus умноженный на 2. У меня мама, да, также изучила вебинар, кстати, Ольги Николаевны Григорьян полностью. Также перечитала, изучила все руководство о продукции Wellness. Все верно, порой на ерунду тратим мы больше. Верно. И также у меня мама болеет сахарным диабетом, да, у нее сахарный диабет. Поэтому, естественно, мы стали же употреблять ежедневно Wellness каждый день. Поэтому я заказываю, естественно, две подписки для себя. Я хочу тоже быть здоровой и красивой очень долгое время. И также для мамы мы покупаем. Вот, пожалуйста, 200 баллов набираются легко. И оставшиеся 50 баллов, девочки, не знаю, вы, наверное, меня поймете. Ну что можно на 50 баллов для девчонки молодой купить? Я порой просто, я разрываюсь между вот этим выбором, то ли мне какую-нибудь новую штучку купить, положить еще ее в косметичку, либо что-то нужно, конечно же, взять помыться, да, либо супчик взять дополнительно, либо астаксантин дополнительно взять. Поэтому мне никогда не получается там даже в 250 баллов. Мой личный товарооборот намного больше. Конечно же, плюс еще сюда идут и каталоги. Я не скажу, что я с ними там хожу, сдаю их куда-то. Нет, эти каталоги уходят только жене моего брата и, ну, очень близким подружкам. И то, когда они меня спрашивают: Наташ, чего у тебя там нового в этом периоде, в этом каталоге? Вот и все. То есть я лично для себя поставила такую цель. Да? У меня есть выход, как бы есть два варианта организации своего личного товарооборота. Либо я его организую на личном потреблении, плюс малая часть заказов, либо все-таки это большая часть заказов, плюс малая часть личного потребления. Я живу в небольшом городе Бор, он находится в 20 километрах от Нижнего Новгорода. Здесь постоянные вечные пробки междугородние. Вот, поэтому все мои подружки близкие, они живут в Нижнем Новгороде. И порой уходит просто целый день для того, чтобы взять заказ, да, из СПО, у меня пока автомобиля личного нет, и отвезти их, ну, по адресатам, да, тем более у меня все подружки, например, живут в разных частях города. Я для себя приняла решение, что я свой личный товарооборот делаю просто на личных покупках, плюс дополнительно какие-то заказы.
размещаю у тех людей, кто живет рядом со мной. Честно могу сказать, если я приму решение также тратить больше времени на заказы, то у меня будет и 500, и 700 баллов от личного товарооборота. Просто сейчас я это время грамотно инвестирую, опять-таки. Я его больше трачу на рекрутинг. Вот и все. Тем более мои 250 баллов по деньгам выходят, ну, в 4-300. Не больше 4500. Никогда такого не бывает. Все. Вот, пожалуйста. Тем более мы знаем то, что четвертый шаг по wellness-подписке идет бесплатно. И следующие заказы идут с 30% скидкой. Так, 6-9% какой личный товарооборот делала? 150 баллов. Я сделала личный товарооборот 150 баллов со второго каталога присутствия в компании, да, в проекте. Сейчас у меня какой уровень? Сейчас я являюсь старшим менеджером проекта. Вот и все. Поэтому для меня, еще раз повторюсь, всегда встает вопрос, как бы в эти 250 баллов убраться, а не так, как же его сделать. Вот и все. Как бы я буду краткой, и я с вами прощаюсь. Большое спасибо за внимание. Наташа, спасибо тебе большое еще раз. На самом деле все четко, конкретно, понятно. Два набора Life Plus, да, что-то из косметики, дополнительно субконтинный суп, и то не умещаемся в 250 баллов. Огромное-огромное спасибо за твой опыт, за твою практику, за то, что отозвалась сегодня поделиться своими наработками. Да, то есть я думаю, то, что каждому будет полезно принять эту практику. Друзья, давайте нам за правило, после каждого спикера мы будем ему аплодировать. Хорошо, кто не знает, как в чате это делается, зажимаете shift 9090 и вот таким вот образом скобочками мы начинаем аплодировать. Спасибо большое. И я очень-очень спешу передать следующему спикеру, директору проекта, который легко организовывает не просто 250 баллов, а даже более 500 баллов на личном номере. Не просто покупает, друзья, а именно организовывает. Алена, спешу передать тебе слово. Очень ждем твой опыт, твою практику. Принимай. И подсказывай мне слайды. Привет. Как меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я постараюсь очень быстро сегодня выступить. 500 баллов и более на сегодняшний момент. Скрин я делала, да, в своей страничке. Делаю в среднем... Сейчас, погоди. Делаю в среднем 700-800 баллов, получается, да? И работу с клиентами. То есть сегодня будет полезно именно тем, кто хочет начать работать с клиентами. Для тех, кто не только на личном потреблении. Личное потребление мы делаем 250-300 баллов на выпуск из косметика. Да? Дальше. Егор, дальше. Угу. Быстро прям буду пробегать, потому что у нас по времени очень мало осталось, да. Где я нахожу клиентов? Те люди, которые отказываются от бизнеса, они понимают, что в Oriflame выгодно, и, соответственно, я сразу предлагаю каталог, либо интернет-каталог. Список знакомых, он у меня есть, также прозваниваю, кто не хочет в бизнес, тоже их приглашаю покупать у меня. В социальных сетях нахожу тоже моих личных знакомых, хороших, близких прям знакомых, да. Иногда вот листаю в телефоне контакты и смотрю, вот давно не созванивались, да, подругу, может быть, одноклассница, однокурсница, звоню и просто тоже разговариваем, тоже могу предложить каталог, либо онлайн-каталог, скидываю уже мой личный онлайн-каталог. Случайно специальные знакомые, мой любимый метод поиска клиентов, например, я обслужилась в каком-то магазине, мне понравилось, как клиент меня обслужил, я говорю: мне очень понравилось, как вы меня обслужили. Очень круто, очень классно, да? Хотите, я вам оставлю каталог Oriflame? Да? Нет? Если да, я оставляю через 2 дня, забираю его, плюс еще беру контакт, то есть телефон беру, да? Нет? Ну, нет, да? Всего доброго, хорошего дня и до свидания. Все. Дальше. Быстро-быстренько, да? Дальше, когда человек мне говорит: да, я хочу, да, каталог, когда просматриваем каталог, обязательно первый раз я просматриваю вместе, я
стараюсь, если есть время, просматривать именно вместе, потому что если человек не знаком с продукцией, он смотрит каталог как веселые картинки. Все. А во время просмотра каталога я выясняю, что человеку нужно. Я хочу ему предложить то, что ему нужно, то, в чем он нуждается. Либо это крем заканчивается, да, либо он хочет его поменять, декоративная косметика, либо это туалетная вода, может быть, да, может быть, его интересует здоровье, да, то есть это наводящими вопросами, разговором, да, о детях, о семье и так далее, наводящими вопросами я выясняю, что ему нужно. Если человек говорит, ну, вроде все есть, все недавно купила, там, да, я говорю, что у тебя в ванной заканчивается? Моя цель, чтобы мне человек сделал хотя заказ одного продукта, для того, чтобы я к нему заново пришла уже с новым каталогом. А что в ванной заканчивается? Человек начинает думать, да, что там, зубная паста, может быть, щетка, шампунь, да, делает заказ. Либо, если уже и в ванной ничего не заканчивается, да, последняя страница каталога всегда у меня срабатывает, да, я сразу начинаю 3-4 продукта рассказывать, показывать, что в текущем каталоге выгодно и на бестселлеры. То есть то 100%, что подойдет человеку, да? Далее. Угу. Дальше. Мы выяснили, что человеку нужно, да? Если он хочет туалетную воду, мы обязательно по набору пробников работаем, да? Я по картинке никогда не заказываю, я считаю, это, ну... дилетантский метод, что ли сказать, обязательно по пробнику, потому что если человеку не понравится, плохая буду потом я. Очень люблю оригиналы. Те туалетные воды, которые мне нравятся, я просто беру с собой, да, либо в офис, либо в сумке, либо в машине они у меня лежат, да, оригинал. Даю пробовать крышечку, если крышечка понравился аромат, да, наношу на руку и говорю, в течение 4 часов периодически пробуйте аромат, да, он будет на вас раскрываться. Да, очень вкусно, красиво рассказывают про аромат. Если человеку нужен крем, если есть возможность сделать пятнадцатный уход, если вы умеете это делать, да, нужно делать. Если нет возможности, я рассказываю это на словах, что, зачем идет, да, то есть умывание, маски, крема зачем, скрабы нужны, то есть это все на словах рассказываю. Если декоративная косметика, тоже, если есть возможность сделать, мы делаем. Если нет возможности, я рассказываю, как правильно нанести тушь, да, как правильно нанести помаду. То есть все на словах. Да, тушью тоже нужно правильно уметь краситься. Следующее. Если человек говорит здоровье, обязательно мы проходим тестирование организма. Да, плюс обязательно же презентация wellness. Дальше, Егор. Дальше. Когда я предлагаю какой-то продукт, у человека всегда есть возражения либо вопросы. Вот я не буду сейчас зачитывать, да, у каждого человека разные возражения, я просто грамотно разбираю эти возражения. То есть по продукции, да, знание продукции очень важно, нужно знать на вебинарах, да, очень много спикеров. В каталогах в первое время я очень много каталоги даже читала, да, руководство по продукции читала, на сайте сейчас очень много информации, но не нужно прям всю продукцию знать. Хотя бы 2-3 продукта, каждый каталог, если вы будете изучать, через год вы уже больше половины будете знать. Дальше, Егор. Вопросы, если какие-то появляются в чате, пишите, я сразу буду отвечать. Угу. Выбрали продукт, да, он уже, ну, то есть у нас уже готовы коды, да, количество, что мы закажем. Я рассказываю, что такое регистрация, если он зарегистрируется, и все преимущества, да. Если человек говорит, нет, ну, мне удобно тебе заказать, да, я говорю, хорошо, мне, но цена будет по каталогу, да. Ну, близким, знакомым, да, я говорю, ну, конечно, я тебе сделаю скидку, но я не делаю скидку 20%, потому что мне нужно заплатить за дорогу, да, интернет, за собственный проезд и так далее, да. Плюс я еще даю подарки, сейчас я тоже покажу, да, на это все идет расходы. Поэтому я не делаю 20% скидку, но это примерно получается 5-7, ну, максимум 10% скидочку я, конечно, делаю знакомым. Незнакомым, малознакомым скидку я не делаю, потому что я, ну, я работаю, я вкладываюсь в них. Далее. Вот так вот выглядят мои заказы. То есть
пакетики, да, если большой заказ человек делает или объемный какой-то заказ. Я на сайте Oriflame есть вот такие вот пакетики, маленький, большой, и вот встреки нам приходят с заказами, да. Если заказ объемный, я ложу уже в большие пакетики. Всегда я даю заказ в пакетиках. Это красиво, да, люди. Одна женщина мне вообще делала заказ только потому, что я в пакетиках отдаю. Она говорит, я в этих пакетиках обед таскаю, поэтому она мне каждый каталог делала заказ, представляете? Через год мне об этом только рассказала. В пакетике я ложу заказ, обязательно ложу каталог следующий, да, каталог Wellness раньше был, сейчас я ложу книгу красоты, и дальше на листочках я обязательно пишу имя человека, что он заказал и стоимость. Под итог получается, да, стоимость по каталогу по черной цене, то есть не то, что зачеркивается и красным пишу, да, а именно по черной цене каталожной я пишу под итог. Там выходит, ну, сумма там, ну, 3,5, например, да, пишу минус, скидка, под итог, и получается вместе со скидкой там 700 рублей, что ли, сумма заказа выходит. То есть человек, чтобы видел, да, сколько товар вообще стоит, да, каждый продукт сколько стоит по полной цене, без скидки, и чтобы он видел, какую скидку я ему делаю. Да, 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 крем мечты, да, я тоже даю подарки тем людям, кто делает большие заказы, либо на день рождения, либо на Новый год, тоже выделяю обязательно. А сервис сейчас очень, ну, очень ценится. Давай дальше. Что за листовка? По поводу листовки ответила К9. Угу. Дальше, когда я человеку отдала заказ, дальше идет сопровождение. Это очень важная вещь, как и в бизнесе, да? Если мы клиентов будем сопровождать. Провожу его через презентацию Wellness, бизнес, да, про мастер-класс рассказываю, как хотя бы наносить, хотя бы, ну, по скайпу, да, либо по телефону тоже, если есть возможность офлайн провести мастер-класс, обязательно провожу. Каждый каталог трачу 5 минут времени на каждого клиента для тестирования новинок. Либо я даю пробовать, либо я очень вкусно рассказываю. С историями могу, что-то, как я пользуюсь, да, как моя семья пользуется. Вот в этом каталоге очень вкусно рассказывают про спрей для ног. 100%, кому я рассказывала про спрей для ног в текущем каталоге, это 100% заказ. Если есть возможность попробовать, прям вот, ну, я говорю, вытаскивай обувь, сейчас будем пробовать, да, на одну ногу пшикаю, на другую не пшикаю, я говорю, вот сейчас чувствую разницу, разницу чувствуешь, и после этого сразу люди делают заказ. Дальше, когда я отдаю тоже заказ, да, я учу пользоваться. Даже если тушь хотя бы человек заказал, я учу, как правильно пользоваться. Сначала кончики, потом от серединки, то есть от и до. Если помада, как правильно ее наносить, да, как... Все, то есть рассказываю, как этим нужно пользоваться. Когда я разговариваю с человеком, клиентом, да, моя цель, чтобы в его ванной, в его косметичке было все Oriflame. Если он хотя бы только с туши начал, значит, моя цель, чтобы еще помадка добавилась, еще гель для душа сменился с Рубльбума там на Oriflame, да, потихоньку, по чуть-чуть, вот так вот я внедряю, получается, в его пользование по одному-двумя продуктами. Давай, Егор, быстренько дальше, закончим, да. Секреты. Когда каталог начинается, я всегда сама себе ставлю цифры, да, сколько баллов у меня должно быть на моем личном номере. Вот в текущем каталоге у меня цифра стоит 700, да, то есть на сегодняшний момент пока 500, сейчас вот проведу вебинар, еще на 150 размещу, да, и вот так вот копится в течение каталога. Обязательно ставьте цифру, под какую цифру вы будете работать. Сколько клиентской, какая клиентская база? Количество, да, я своим всегда говорю, 15-20 человек клиентская база должна быть для того, чтобы было 150 баллов и более, каждый каталог без напряга, легко. Всегда с собой у меня есть какой-то продукт, либо смягчающее средство, либо тушь, помада, да, когда даю пробовать. Наличие инструментов, если есть весы, это вообще супер, да. Запись есть, да, Катя, не переживай. И обязательно делаю подарочки. С любым заказом, даже если он
мне заказал там, я не знаю, помадку за 100 рублей, да, я обязательно положу какой-нибудь пробник, либо туалетной воды, либо помады, да, но, как правило, туалетную воду я ложу. Смотрю по характеру, если человеку туалетная вода нравится, ну, как бы подходит, да, там, понимаете, да, если мягкий, значит, более мягкий, нежные ароматы. Ложу вот этот аромат, и, как правило, говорят, вот, Ален, ты мне положил туалетную воду, как это называлось, я не помню, да, вот мне надо такую заказать, когда там скидка будет. То есть, как правило, срабатывает вот это, да, обязательно выделяю на Новый год, на день рождения, подарочками, да, и все очень важно, тоже отдаю именно в пакетиках, да, потому что, ну, это сервис, люди сейчас готовы платить деньги за сервис. Давай дальше, Егор. Угу. Чтобы был большой товарооборот на личном номере, нужно любить клиентов. Нужно идти к ним, не относиться к ним как баллы на ножке, да, как вот, чтобы получить от них, а именно с позиции, чем я могу им помочь, чем я могу быть им полезна. Благодаря мне его здоровье будет лучше, да, благодаря мне его волосы станут крепче, красивее, там, да, цветнее, там, и так далее, да. То есть вот эта позиция, когда вы будете к людям идти, да, больше у вас будут заказы естественным путем. Не, вот, не с позиции, чтобы что-то забрать, а именно с позиции отдать. Таким путем люди будут именно к вам притягиваться. Я вам желаю больших личных товарооборотов и очень-очень лояльных клиентов. Спасибо. Всем пока. Так, друзья, давайте проверим быстренько связь. Все отлично. Да, на самом деле огромное спасибо каждому спикеру. Каждый поделился своим опытом, своими наработками. И тоже хочу сказать от себя, Алена, огромное спасибо. Хорошее выражение. Любишь деньги, люби клиентов. Полюбишь клиентов, соответственно, они полюбят тебя. Будут делать заказы, и, конечно же, личная активность не только 50, 500, 700 и даже 1000 баллов будут делаться на одном дыхании. Это очень хорошая возможность заработать дополнительные деньги. Друзья, это, конечно же, именно способ заработать дополнительные деньги. Спасибо каждому из вас за то, что вы сегодня были на вебинаре, активно принимали участие в чате, да, то есть отписывались очень активно в чате. Я надеюсь, я уверен, что те знания, та практика, которая сегодня была, она вам поможет не только лично вам делать личную активность, но и поможет вашим партнерам как можно скорее включиться в платиновый премьер-клуб, использовать все возможности, которые есть. И вы, и ваши партнеры, как сказал Алексей Саргаев, будете закрывать квалификации, открывать и закрывать квалификации в первые 2-3 дня каталога. Я считаю, это очень круто. На самом деле, хочется, чтобы бизнес был в удовольствии, был в кайф. Этого я вам и желаю, друзья. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.